позволяем малому и среднему бизнесу, став нашими клиентами, принимать банковские карты с помощью мобильного пост-ридера, то есть маленького пост-терминала. Сочетание смартфона, посттерминала, нашего мобильного приложения. Мы очень горячий стартап, нам всего полтора месяца, но мы в этом году уже запустимся. Идея эта в голову пришла в Америке еще пару лет назад компании Square. И, в общем-то, идея очень хорошая, потому что это действительно позволяет задействовать даже малый и там мельчайший бизнес индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя и которые раньше не задумывались о том, что можно принимать банковские карты и там покупать сложный посттерминал с приличные деньги. А сейчас это возможность вот так вот наводнить рынок способом приема платежей по банковским картам. И, в общем-то, ну, это то, к чему российский рынок готов. Разобраться очень легко, потому что у нас вся команда профессионалы из смежных отраслей. То есть там, в основном это электронная коммерция, в основном интернет-платежи, ну, то есть различные процессинги и шлюзы, и все собаку на этом съели. Самый сложный человеческий фактор, наверное, я назову. Потому что когда запрашиваешь у кого-нибудь какую-нибудь документацию, и это тормозит весь процесс, а ты ждешь ее 2 недели, и тебе ее не дают, это, конечно, расстраивает, потому что все остальное кипит, бурлит там 24 часа в сутки, а тут такие моменты. Впереди сложность — это объяснить людям, что это действительно здорово и классно, но, наверное, это стоит такой вопрос перед многими новыми бизнесами. Но я рассчитываю, что справимся с ним.